Президент России Владимир Владимирович Путин посетил заповедник Херсонес-Таврический. В эти дни глава государства находится в Крыму вместе с бывшим премьер-министром Италии. Сильвио Берлускони посетил полуостров с частным визитом. Осмотр Херсонеса высокие гости начали со Свято-Владимирского собора. После вместе с исполняющей обязанности директора заповедника Херсонес-Таврический прошлись по территории городища. Лариса Седикова ознакомила гостей с историей Херсонеса. Путин и Берлускони побывали в фондохранилище, а также осмотрели музейную экспозицию, посвященную византийскому периоду истории Херсонеса и часть крепостной стены древнего города. В хранилище их ознакомили с уникальными коллекциями античной и средневековой истории, в том числе с ценнейшим объектом периода греческой цивилизации – присягой граждан Херсонеса. Кроме того, Путину и Берлускони показали план-схему Херсонеса, посмотрев на которую, российский президент вновь заявил о необходимости найти место для строительства православного культурного центра, но не на территории заповедника.